Биби, магазин Биби. Так, все, ребята. Короче, купил ксенон А7. Блоки вышли почти по рубасу, а лампочки 600 рублей. 4300 Кельвин. 4300 Кельвин. Блин, надо переложить нормально, чтобы лампочки. Так, лампочки вот такие вот. Газоразрядный 4300 H7, да? Все ништяк. И что, и короче это. Все вместе обошлось 2600. А, это сдача 2600. 2300, короче, 2400 все стоит. Гарантия год на блоке Роджигов. Так, это сразу надо убрать сюда. Короче, вот такие блоки Роджига, ребята. BX Xente. Короче, вот такие блоки Роджига, пацаны. Вот, нормальные, как мне вот парень сказал. Лучше, говорит, чуть подороже взять, там, на сотку, что ли. Но зато, говорит, это, на них гарантия есть. А гарантии там не на все блоки. Я взял те блоки, на которые гарантия есть. И, в принципе, все, что... Ну, потому что, блин, ребята, уже осень, блин, ночью. Тоже вот бывает, возвращаешься домой. Уже потемну. И, короче, а света-то... В основном-то, блин, свет плохой у меня очень. Это диодные лампочки, они... Чё-то предыдущего владельца. Хотя он сказал, типа, здесь дорогие. Не, ну, на самом деле-то они вроде бы нормальные так светят. Но, блин, дальнего никакого нету. Ближний вот более-менее, да, вот. Ближний еще более-менее. И то ближний перегорел у меня. В общем, друзья, короче, руководство установки ксена на литровый фаер. Да? Покупаем его ксенон. Вот такие лампы. Вот фирма. Такая вот фирма. В общем, из вот этой резиночки нужно вытащить два вот этих проводка. Просто слегка мочим их там, не знаю, ферри, и из резиночки они вытаскиваются легко. Дальше берем стандартную резинку, вот такую вот, которая в фаре у нас идет, и просовываем вот так вот, вот эту вот резиночку, вот она. Вот. Сюда вот засовываем с помощью отверточки там, и все, она у нас держится. И устанавливаем фару. Ну и дальше все как обычно. Вот эти вот два проводочка, это к самой, к проводкам, которые идут на штатную лампочку. И все, и ксенон у нас должен, по идее, работать. Мы соединяем, и все, должно быть все хорошо. И лампочку обязательно, ребята, протирайте спиртом. Я вот салфеточку спиртом протираю перед установкой. И сейчас саму фару продую компрессором. Всем доброй ночи, друзья! Ну, и как я обещал, по установке ксенона сейчас будут производиться испытания. А вернее, испытания уже произвелись. И сейчас я хочу с вами поделиться, как вообще будет светить ксен.
Так, ну и скажу об особенностях установки ксенона. Блоки розжига крепятся у меня вот так вот. Видно, вот здесь два на скотче. Потом стабилизаторы напряжения, вот они. Они крепятся вот так вот на скотче, двухсторонним тоже. У меня просто скотча не было, я вот чуть-чуть закрепил их тоже на скотче, там, на другом. Нормальный скотч надо купить, 3M-овский такой. Ребят, берите не черный, а вот именно серый скотч, серый. Вот цветом, знаете, вот, как горловина такой вот серый скотч двухсторонний. Вот берите его, черный не покупайте, полная вообще шляпа. Так, ну и что, давайте вам покажу фары. Естественно, перед регулировкой нужно всю оптику, конечно, помыть. У меня она чистая, плюс новые фары, плюс закатанные в бронепленочку. Так, ладно, вот сами лампочки. Вот она, ксеноновая лампа. Установлено четко. Все хорошо. Ближний свет уже просветил, наверное, не знаю сколько часов, сколько я катался. Сегодня только 150 км я накатал. То есть все нормально. Плюс вчера я покатался. То есть все хорошо с отражателями, все отлично. Так, дальше что? Ну и, как говорится, об итогах, да? Свет, конечно, был у меня задранный, вот ближний. И то сегодня я ехал, блин, ни один не моргнет, ни один водитель не моргнет, блин. Все прям нормальненько, все прям ровненько. Еще я удивился, да? То, что у ближнего, когда подъезжаешь к воротам куда-нибудь, у ближнего прям граница четкая, прям четкая граница у ближнего света. Прям вообще изумительное. У дальнего, конечно, никакой границы нет, но у дальнего два таких пятна. Сейчас вы увидите, сейчас маленечко мотик остынет. Я тут регулировал минут, наверное, 15 этот свет. Вот. Таким вот инструментом, ребят, сейчас покажу. Вот. Головочка на 10. Нормальненько, кстати. Никаких отверток, в принципе, не надо. Только она бывает падает на землю постоянно из рук. Вот, ребят, все отрегулировал. И прям вообще все прям шикарненько. Диодные лампочки, блин, вообще с ксеном не сравнятся даже близко. Единственное, что только диодные лампы, я не знаю, как они светят, которые вот дорогие, которые стоят 5-7 тысяч. Вот я не знаю, за счет них, вот про них я говорить вам ничего не буду. За эти лампочки, за дорогие диодки, которые стоят 5-7 рубасов, я вам ничего говорить не буду. А вот те, которые на Алишке там 1200, полторы, две, это полная вообще шляпа. С ксеноном не сравнится, даже прям рядом не поставишь. Это прям вот на 100%. И вообще, ребят, я всегда люблю ставить ксенон в свою технику. Ксенончик поставить, главное его нужно четенько отрегулировать. Я вот всегда люблю, если когда я поставлю вот ксенон, я его прям буду регулировать до тех пор, пока не отрегулирую, чтобы он вообще был прям четенько, и чтобы мне ни один водитель на трассе не моргнул. Вот. Так же и на машине, так же и на мотике. Ну и все, ребят, хорош, как говорится, говорить, да? Так, заводим, а то-то, блин, там несется какой-то бредет. Это у меня, короче, ближний, ребят, сейчас разгорается. Сейчас проедет там один. Вот смотрите, ближний сейчас, ребята, разгорается. Вот это, ребята, ближний свет. Такого света у меня не было, блин. Это просто вообще, это просто кайф, ребята. Это просто кайф. На самом деле он еще чуть поярче, чем в телефоне. Это просто кайф, ребят. Давайте дальний свет. Сейчас он разожжется. Ну где-то разжигается секунд 20, наверное. Не знаю, что там в микрофоне слышно, меня нет в телефоне. Блин, мотик работает громко, выхлоп очень громкий. Ну и все, ребят, поехали. Сейчас я тронусь и продолжу снимать на телефон. Такое вот освещение. Я на первой скорости еду чуть-чуть. Правой рукой держу телефон, ребят, и снимаю для вас видосик. Просто кайфули. Давайте скорость маленько поднаберу. Да что-то, блин, машины здесь разъездились. Вот правой рукой снимаю. Блин, вообще просто супер. По-другому я не могу объяснить. Просто шикарный свет. Вообще просто свет, просто шикарный, ребята.
Вообще просто реально бомба.